Анонс и дата выхода 7 и 8 серии второго сезона сериала «Скорая помощь». 7 и 8 серия сериала «Скорая помощь» второй сезон выйдут на телеканале НТВ 31 октября. В 7 серии мы увидим, как операция «Родниной» проходит успешно, вот только она никого не помнит, кроме своего мужа. Для Ушакова это удар. Рыков ведет Диану к доктору, которая оказывается подругой Арефьевой. Арефьева подозревает Рыкова в измене. У Кулыгина появляется вариант вернуть сертификат, но надо лететь в Новосибирск. На замену Раи приходит новенький фельдшер Араш. В 8 серии мы увидим, как сердце Ушакова разбито. Он пьет и не выходит на работу. Разбитое сердце и Сан Саныча, который попадает в больницу. Рыков пытается наладить отношения с Арефьевой. Диана сообщает ему, что смертельно больна. Рыков утешает ее и не приходит на именины Арефьевой. Зато к ней приходит бывший муж и просит восстановить отношения. Напомним, 7 и 8 серия сериала «Скорая помощь» второй сезон выйдут на телеканале НТВ 31 октября. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки!